Сколково у нас сегодня уже известно всей стране как бизнес-школа. Теперь это известно как место, где появится самый современный инновационный парк. И с этой точки зрения, безусловно, такие проекты будут масштабироваться. И для нас сегодня есть уже в качестве примера Казанский IT-парк. И мы рассчитываем, что в Поволжье два вот этих вот IT-парка, Казанский и Тольяттинский, они смогут обеспечить потребность региона в современных информационных услугах. Хотя они не будут повторять друг друга, а скорее будут дополнять. Проект в Тольятти, проект, который ориентирован на потребности автомобилестроения, проект, ориентированный на авиастроение, двигателестроение. Везде у нас есть совместные проекты с зарубежными компаниями, и мы хотим, чтобы зарубежные компании, приходя к нам на наш рынок и открывая здесь свои производства, приносили и новые подходы к проектированию. Вот почему я сказал, что это важный фактор инновационного развития.